Участниками большого праздника стали 180 человек. Дети и взрослые, педагоги, школьники и их родители. Каждый из них приложил максимум усилий для того, чтобы сделать микрорайон чище. Работа по благоустройству началась 10 июня. За неделю удалось прибраться на всех спортивных площадках. Не обошли стороной и русло реки Сочи. Здесь, на КСМ, это одно из любимых мест для отдыха и у горожан, и у гостей. Нашими силами, я думаю, мы можем поднять жителей на то, чтобы наш микрорайон стал чище, благоустроеннее, уютнее. Люди гостеприимные, они добрые, они хорошие, позитивные. Я думаю, что каждый выйдет сделать свой микрорайон чище, свой дом уютнее. Вообще КСМ в последнее время преобразился. Здесь проведено благоустройство, отремонтированы фасады социальных объектов. Но поддерживать чистоту, по мнению жителей, дело каждого. Трудиться во время летних каникул, делая город чище, в микрорайоне КСМ стало уже традицией. Так же, как вот такие праздники после проделанной работы. Сегодняшний, кстати, совпал с открытием лагерных смен. На территории 20-й школы, например, есть лагерь дневного пребывания, трудовой и спортивный. Их посещает более 100 человек. Программа насыщенная, здесь каждый день как праздник. Смена лагерная началась 16 июня и продлится до 6 июля. Ну, насыщена программа организационная. Это будут и походы, и экскурсии, это будет посещение кинотеатра. Футбольный матч завтра будет проводиться. Проведенная неделя благоустройства – это только начало. Убирать мусор и облагораживать территорию микрорайона учителя и школьники будут все лето. Они надеются, что такая практика распространится по всему городу. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.